Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69-400, без выходных. Киров начали готовить к майским праздникам. Глава администрации Александр Перескоков сегодня лично встретился с сотрудниками администрации Ленинского района, чтобы обсудить планы и привлечь как можно больше кировчан для приборки города. Такие встречи в ближайшее время пройдут в каждом районе города. В планах властей этим летом открыть 3 новых фонтана на юго-западе, Филейке и Нововятске. Установить освещение и новые скамейки в парках и скверах. Отремонтировать фасады зданий на центральных улицах и привести в порядок исторический центр. Основной лозунг «Вместе делаем город лучше». Понятно, в этом лозунге будут продолжены темы и «Расцветай мой город». У нас только 500 домовых, придомовых территорий участвовало в конкурсе по оформлению, значит, разбивки цветников. В самом Кирове в этом году планируют разбить около сотни клумб, обновить бордюры, привести в порядок газоны и деревья. На уборку всем городом кировчане выйдут 3 раза – 23 и 30 апреля, а также 7 мая. Всем желающим поучаствовать предоставят инвентарь и перчатки.